В 84-м, я почему упомянул этот год, там как бы вот на самом деле под уголовным преследованием ходила группа, но не из-за музыки, ведь правильно, а из-за какой-то коммерческой составляющей. Или все-таки там до музыки пытались докопаться? До вот разлагающей ее составляющей, я там не знаю. Я до сих пор не знаю, до чего они хотели докопаться. Поэтому, как бы, наверное, сейчас это, собственно говоря, для меня уже вообще не актуально, не имеет никакого значения, до чего они хотели докопаться. Во всяком случае, для меня и для группы это был очень хороший урок, жизненный урок. Потому что всегда какие-то такие истории, они выявляют, что такое группа, кто есть кто в группе. И это очень важный такой экспириенс в жизни любой группы, когда попадаешь в какую-то историю. Вот, поэтому это было очень важно. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».